Да, стало слышно. Вот, поэтому давайте мы начнем нашу лекцию. Сегодня у нас достаточно приятная лекция. Это логические задачи, утверждения, круги Эйлера. И, соответственно, начнем мы с того, что же такое логический закон. Для решения логических задач нам нужно владеть основными законами логики. Логический закон — это необходимая связь между логическими формами в процессе построения размышления. И, соответственно, формально в логике у нас существует 4 закона. Закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Сейчас рассмотрим по очереди законы логики. Первый закон и, соответственно, наиболее важный закон логики – это закон тождества. Закон тождества утверждает, что любая мысль, любое рассуждение обязательно должно быть тождественно равна самой себе. То есть она должна быть ясной, точной, простой, определенной. Говоря иначе, этот закон, по сути, нам запрещает путать, подменять понятия в рассуждении, то есть употреблять одно и то же слово в разных, например, значениях или вкладывать одно и то же значение в разные слова, создавать таким образом двусмысленность и так далее. Закон противоречия говорит о том, что если одно осуждение что-то утверждает, а другое то же самое отрицает об одном и том же объекте, то в одно и то же время эти осуждения не могут быть одновременно истинными. То есть у нас есть суждение, которое истинно, есть суждение, которое ложно, и они у нас, по сути, не должно быть возникать той ситуации, которая свидетельствует о том, что оба этих утверждения у нас равны, то есть оба истинны. Закон исключенного третьего, соответственно, существуют для противоречащих друг другу суждений. И закон исключенного третьего утверждает, что два противоречащих суждения об одном и том же предмете, в одно и то же время, в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными. То есть закон противоречия нам говорит, что одно истинно, другое ложно, точно. А закон исключенного третьего говорит нам, что они одновременно не могут быть вдвоем истинными и ложными. То есть один из них точно должен быть правдой, другой должен быть неправдой. Так, секундочку. Секундочку. Так, и, соответственно, закон достаточного основания, он нам гласит о том, что любая мысль для того, чтобы иметь силу, обязательно должна быть обоснована какими-либо аргументами, основаниями, причем эти аргументы должны быть достаточными для доказательства исходной мысли, то есть она должна вытекать из них с необходимостью, то есть тезис должен с необходимостью следовать из оснований. То есть мы не можем что-то безосновательное с вами придумать. Нам всегда нужно, чтобы мы что-то доказали. То есть наши логические рассуждения должны быть последовательными и, соответственно, мы не должны выдвигать тезисы, которые не имеют подтверждений в нашей логике рассуждений. Соответственно, пойдем дальше, поговорим про способы решения логических задач. К ним относится метод последовательных рассуждений, когда у нас, допустим, есть какие-то тезисы, и мы последовательно каждый из тезисов рассматриваем, отбрасываем то, что нам не подходит, и, соответственно, таким образом приходим к ответу. Разновидность метода рассуждений — это с конца, когда у нас есть какой-то итоговый итог, исходя из которого мы двигаемся по рассуждениям в обратную сторону. Есть также табличный способ, когда мы все наши рассуждения переносим в таблицу, отмечаем в ней там плюсиками, галочками, минусиками, что мы имеем, и потом, соответственно, делаем на основе нашей таблицы и данных в ней какие-то выводы. И графически к ним относится дерево логических условий, метод кругов Эйлера, когда мы на какой-то схеме обозначаем все наши условия и приходим к рассуждениям, исходя из нашей схемы. Соответственно, также можно использовать метод математического бильярда. Я вам, наверное, в конце лекции расскажу, как им пользоваться. И, соответственно, давайте
потихонечку начнем уже с вами, если нету никаких вопросов, рассматривать задачи на примерах, потому что логические задачи в основном мы с вами будем смотреть на примерах. Всем все понятно пока? Да. Да, да. Все отлично. Тогда давайте посмотрим на метод последовательных рассуждений, соответственно, задачка. У нас получается, что на столе лежат голубой, коричневый, зеленый и оранжевый карандаши, и есть несколько важных условий, что третьим, давайте вот так, третьим лежит карандаш, имени которых больше всего букв. Мы также знаем, что голубой карандаш лежит между коричневым и оранжевым, и нам нужно разложить карандаши в порядке. Соответственно, вот у нас 4 места. Ну, логично предположить, что, допустим, я хочу коричневый. Логично предположить, что коричневый – это у нас самое длинное слово, то есть в нем, в имени которого больше всего букв. Проверим с оранжевым, слово коричневый букв больше, чем в слове оранжевый, поэтому мы делаем вывод о том, что коричневый лежит на третьем месте. Секунду. Так. Вот, что мы видим дальше, что голубой карандаш лежит между коричневым и оранжевым. Мы знаем, что коричневый лежит третьим, и где-то у нас должен лежать оранжевый. Оранжевый может занимать только первую позицию по той причине, что оранжевый карандаш, по той причине, что между рядом с коричневым на четвертом месте не может лежать никакой карандаш между ним и оранжевым, так как справа у нас всего с вами одна позиция, поэтому оранжевый у нас будет лежать на первом месте. И, соответственно, голубой карандаш у нас лежит между оранжевым и коричневым и занимает второе место. И самым последним, про который ничего не сказано у нас в условии, но мы по остаточному принципу определяем зеленый карандаш на последнее свободное место. С этим все понятно? Да. Да. Отлично, да. Просто супер. Тогда давайте посмотрим на метод с конца. Соответственно, мы с вами можем оперировать методами решения логических задач так, как нам подходит в определенной конкретной задаче. То есть, например, метод с конца у нас подходит к задаче, когда мы знаем итоговый ответ. Например, задача. Бабушка испекла для троих своих внуков рогалики и оставила их на столе. Коля забежал прикусить первым, сосчитал все рогалики, взял свою долю и убежал. Аня зашла в дом позже, она не знала, что Коля уже взял рогалики, сосчитала их и, разделив на троих, взяла свою долю. Третьим пришел Гена, который тоже разделил остаток выпивки на троих, и взял свою долю. На столе осталось 8 рогаликов. Сколько рогаликов из 8 оставшихся должен съесть каждый, чтобы в результате все съели поровну? Ну, соответственно, решаем задачку. Мы знаем, что в итоге у нас получилось так, что нам дети оставили 8 рогаликов. Гена оставил 8 рогаликов для своих братьев и брата и сестры. Ну, соответственно, зная это, мы можем легко найти, сколько рогаликов съел Гена. Если Гена оставил для своего брата и своей сестры 8 рогаликов, следовательно, для Ани и Коля он оставил 8 разделить на 2 равно 4, то есть по 4 рогалика на каждого. Следовательно, Гена съел 4. И, следовательно, до Гены у нас было 12 рогаликов.
Вполне логично, не правда ли? Соответственно, второе действие. Когда в дом зашла Аня, она оставила также 2/3 от суммы. Вот, и, соответственно, сейчас запишем побыстрее, что, по сути, Аня оставила 2/3 от того количества, которое у нее было, то есть она оставила 12 разделить на 2/3, 18 до Ани было у нас. Вот. Соответственно, Аня, дополнительно пропишем, чтобы потом нам было проще, Аня взяла 6 рогаек. И, соответственно, идем к началу нашей задачи. Коля у нас забежал прикусить первым, соответственно, после него осталось 18, до него было 27 до Коли, и 27 – это итоговое количество, которое, ну, не итоговое, а первоначальное количество, которое испекла бабушка. Вот. Соответственно, бабушка предполагала, что 27 делить на 3 равно 9. 9 рогаликов получат внуки. Ну, на каждого внука по 9 рогаликов. Соответственно, что мы имеем? Что Аня взяла 6, Гена съел 4. И, соответственно, получается так, что Аня должна съесть... Ага. Есть 3 рогалика, а Гена 5, потому что Гена съела 4, Аня съела 6, и должны они были съесть 9 рогаликов. Так, все понятно здесь? Да. Отлично. Тогда давайте пойдем дальше. И дальше у нас с вами задачка на таблицу истинности. Саша, Никита и Максим учатся в 3 различных школах. Номер 1, номер 2, номер 3. Все они живут на разных улицах. Улица Чайковского, улица Бородина, улица Глинки. Один из них любит математику, второй – биологию, третий – экономику. Известно, что Саша не живет на улице Чайковского. Но, соответственно, дальше по условиям. Давайте, вот мы с вами составили таблицу. Не знаю, когда я училась в школе, мы такое делали на информатике. Не знаю, делаете ли вы такое сейчас в школах, но я вот прям помню, что это такие задачки, которые мы на информатике делали, потом их вставляли в презентации, и что-то там интересное рассказывали своим педагогам. Соответственно, давайте разбираться по условиям, и нам надо будет в конце выбрать верное соответствие. Саша не живет на улице... соответственно, как мы делаем таблицу? Слева мы с вами записали все имена ребят, а справа мы написали все условия. Соответственно, сначала школа, потом улица Чайковского, Бородина, Глинки. Вот. И математика, биология, экономика. Первое условие. Саша не живет на улице Чайковского. То есть Саша, Чайковский, давайте помечать каким-нибудь контрастным цветом. Саша не живет на улице Чайковского, а Никита не живет на улице Бородина. Мальчик, живущий на улице Чайковского, не учится в школе номер 3. Так, мы здесь это пока никак не отметим, ладно. Мальчик, живущий на улице Бородина, учится в школе номер 1. То есть у нас это, по идее, либо Саша, либо Максим. И любит математику. Максим учится в школе номер 3. Это мы можем отметить сразу. И, соответственно, дополнительно мы ставим Никите и Саше прочерки в школе номер 3. Потому что там учится Максим. И ищем условие, что мальчик...
на улице Чайковского не учится в школе номер 3. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что мальчик, который учится в школе номер 3, не учится на, ой, не живет на улице Чайковского, и сразу отмести то, что Максим живет на улице Чайковского. И значит, на улице Чайковского у нас видно, что уже есть два крестика в столбе, столбики с улицы Чайковского, и мы можем отметить, что Никита у нас как раз-таки по остаточному принципу учится на, живет на улице Чайковского и не живет на улице Глинки. Так, мальчик не учится в школе номер 3. Это условие мы сделали. Сейчас, это условие мы обозначили. Это условие мы обозначили. Мальчик, живущий на улице Бородина, учится в школе номер 1. Пока не можем сделать и любит математику. Максим учится в школе номер 2. Ой, номер 3. Это мы отметили. И не учится в школе 1, в школе 2. Ученик школы номер 2 не любит экономику. Угу. Номер 2 не любит экономику. Смотрите, дальше мы начнем с вами действовать, исходя из предположений. Так, мальчик, живущий на улице Бородина, учится в школе номер 1 и любит математику. Сейчас вот это мы отметили. Давайте предположим, что у нас Саша учится в школе номер 1. Соответственно, он может жить на улице Бородина. И любить математику. Сейчас мы каким-нибудь вот таким цветом отпилились, чтобы у нас выделялось, что это наше предположение. Если же... И, соответственно, ученик школы номер 2 не любит экономику. То есть это Никита, допустим. Никита не любит экономику. Вот. Таким образом, у нас остается, что на улице Глинки у нас живет Максим. И остается условие, что ученик школы номер 2, это у нас Никита, не любит экономику. Да, это мы записали. Мальчик же любит математику, учится в школе номер 3, не любит экономику. Не учит в школе номер 3, учит в школе номер 2 и любит номер 1 и любит математику, не любит экономику. И, соответственно, у нас получается, что ученик школы номер 2 не любит экономику, математика у нас уже занята. И получается, что здесь у нас остается биология, и экономику у нас любит ученик школы номер 3. Вот. И мы вот рассмотрели первый вариант, если у нас Саша – это ученик школы номер 1. Соответственно, давайте рассмотрим второй вариант. Секундочку. Второй вариант, когда у нас второй вариант, когда... Когда у нас на улице со школы номер 1, когда у нас мальчик, живущий на улице Бородина, учится в школе номер 1. А, ну вот, соответственно, мы не можем рассматривать второй вариант, потому что на улице Бородина у нас, соответственно, может жить либо Саша, либо Максим, но Максим у нас уже учится в школе номер 3, поэтому, соответственно, наш первый вариант был верным. Сейчас мы все вернем. Вот. И мы, соответственно, построили правильную таблицу истины. Всегда надо вот эти моменты перепроверять, если мы делаем какие-то предположения. Мы могли бы отсечь раньше, но, извините, я не заметила.
Вот, соответственно, сейчас мы дальше с вами будем идти по таблице истинности, по нашим условиям, верное соответствие, и, соответственно, смотреть, что из правда это или неправда. Соответственно, Никита живет на улице Глинки, это неправда, потому что на улице Глинки у нас живет Максим, Никита живет на улице Чайковского, это неправда, нам не подходит. Саша – биология. Нет, это неправда, потому что у Саши математика. Саша – школа номер один. Вот это нам подходит. Мы это запоминаем, но все равно дальше идем по условиям. Никита – школа номер три. Нет, Никита в школе номер два. И Максим – математика. Нет, Максим – экономика. Соответственно, единственный правильный ответ – это то, что Саша учится в школе номер три. Вот. Понятно? Да. Отлично, как мы с вами как-то даже быстро, хорошо идем. Мне так нравится. Дальше мы с вами поговорим про множество. Соответственно, сейчас мы с вами поговорим про то, как мы можем записывать различные множества. Как мы записываем объединение или сумму множеств А и Б. Это, получается, у нас множество, которое состоит из тех и только тех элементов, которые принадлежат или множеству А, или множеству Б. То есть, допустим, у нас с вами на картинке вот рисуем диаграмму Виена. Так, оп. Вот у нас с вами есть множество А, есть множество Б, и, соответственно, А, Б. И, соответственно, все, что лежит в этих двух множествах, нам подходит. Также элементы, которые... Также объединение множеств мы можем записывать через вот такой вот символ перевернутой подковы. Как будто бы вот в эту подковку, в этот мешочек у нас собираются все элементы множества, поэтому она, соответственно, смотрит... горлышком вверх, потому что мы в нее складываем все наше множество. Или уже потом, не знаю, наверное, теория вероятности, можно записывать объединение множеств как А плюс Б. То есть есть множество А, есть множество исходов Б. Пересечение множеств называют множество, состоящее из тех и только тех элементов, которые принадлежат и множеству А, и множеству Б. Пересечение обозначают подковкой вниз, то есть, соответственно, то, что мы накрываем. И сейчас мы с вами это нарисуем, что вот у нас с вами есть прямоугольничек, в нем у нас множество А, в нем у нас множество Б. И, соответственно, нам подходит только то, что находится на пересечении, то есть только вот эта вот область, потому что здесь есть как элементы множества А, так и элементы множества Б. Вот. Соответственно, мы так отгородили то, что нам подходит. Поэтому у нас подковка вниз смотрит. Разность множеств А и Б называется множество, состоящее из тех и только тех элементов, которые принадлежат множеству А, но не принадлежат множеству Б. Соответственно, рисуночки, как это выглядит. Вот у нас с вами есть опять прямоугольничек. У нас с вами есть множество А, у нас с вами есть множество Б. У нас с вами есть множество B. Допустим, это у нас будет A, это у нас будет B. И вот то, что нам подходит, это только то, что находится в множестве A и не находится в множестве B. Это, соответственно, разность множеств. Да, и обозначается она вот так. И симметрической разностью множеств А и Б называется множество, состоящее из тех и только тех элементов, которые принадлежат множеству А, но не принадлежат множеству Б, либо принадлежат множеству Б, но не принадлежат множеству А. Симметрическая разность множеств обозначают А дельта Б. Ну, соответственно, в нашем случае, на нашем рисунке нам осталось нарисовать только вот эту часть. То есть это разность множеств B и A. Вот. И, соответственно, вот это мы называем симметричной разностью множеств. Все понятно?
Да. Отлично, супер. Такие вы молодцы. Вот. И, соответственно, совместимые и несовместимые понятия. В случае, когда элементы объема одного понятия полностью или частично принадлежат объему другого, говорят о совместимых понятиях. То есть у нас, допустим, с вами есть круг и есть, например, вот так, то мы говорим о том, что у нас элементы множества B полностью принадлежат множеству А, или, например, множество С, элементы множества С частично принадлежат множеству А. Вот. Если же ни один элемент объема определенного понятия не принадлежит к объему другого, мы имеем место с несовместимыми понятиями. То есть, например, у нас вот здесь отдельно будет какое-то множество D, и оно, соответственно, не, его понятия не принадлежат ни одному из упомянутых нами выше множеств. Это несовместимые понятия. Не знаю, какой бы пример вам привести. Представим мы с вами, допустим, не знаю, игральные кубики с четырьмя гранями, с шестью гранями и с восьмью гранями. Тогда, например, допустим, множество А – это у нас шестигранник, Б – четырехгранник, и, соответственно, все исходы четырехгранника у нас входят в множество А. Вполне логично. И если мы также оперируем этими понятиями, то, допустим, множество С у нас может быть множеством игральных карт, допустим, и у нас, соответственно, будет такое, что в множестве С у нас там есть еще там вальты, дамы, тузы, а вот здесь у нас 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Ну, кажется, что вполне логично, только я неправильно рисовала множество B, конечно, должно быть где-то здесь. Сейчас. Где-то здесь, исходя из моей цепочки рассуждений. Ну, да ладно. Вот, а множество D это что-нибудь совсем другое, например, последовательность чисел от 20 до 30. Вот. Или, допустим, буквы английского алфавита. Что-то совсем другое, что совсем не соприкасается у нас с нашими другими множествами. Вот. Соответственно, идем дальше. Вот совместимые возможные отношения, соответственно, тождество. Равенство однозначность объемов, то есть то, что у нас множество А и множество Б, они равны и содержат одинаковые элементы, и тогда они равнозначны. Пересечение, частичное совпадение объемов, когда, ну, это мы сейчас уже про второй рисунок говорим, входит понятие, которые имеют общие элементы и находятся в отношении перекрещивания, то есть объем одного из понятий частично входит в объем другого. Вот, соответственно, что у нас входит в объем другого. И подчинение, субординация, это когда у нас отношения между понятиями в данном случае характеризуются чем? Что подчиняющее понятие меньше по объему и полностью входит в состав большего по объему, и, соответственно, при этом подчиненное понятие не исчерпывает полностью подчиняющее. То есть есть какие-то элементы, которые у нас не входят в желтый кружок, но входят в синий, и, соответственно, у нас синий кружок не исчерпан, вот, а желтый входит в синий полностью. Вот. Понятно? Это понятно. Отлично. И про несовместимые понятия соподчинения, координации, это первый рисунок. Вот. У нас получается, что отношения характеризуют 2 или там 3, 4, 5 и так дальше понятий, исключающие друг друга, но при этом они принадлежат к определенному общему родовому кругу. То есть, например, у нас есть музыкальные инструменты, где вот это у нас, например, кларнет, это у нас, например, семейство скрипок или гитар. Кому что нравится? Гитара. Надо гитару отдельно нарисую. Вдруг есть любители в нашем чате.
И, соответственно, у нас есть общее множество музыкальных инструментов, есть разные семейства музыкальных инструментов, все они музыкальные инструменты, но не пересекаются. Вот. Противоположность или контрастность. Противоположное отношение между понятиями подразумевает отнесенность данных понятий к одному и тому же роду. При этом одно из понятий обладает определенными свойствами, в то время как другое их отрицает, замещая противоположным по характеру. Мы таким образом можем показать здесь антонимы. Еще на примере будет проще. У нас, допустим, есть множество карликов, есть великаны, и, соответственно, есть... они у нас с вами никогда не пересекутся, это абсолютно две разные группы, но что характерно, что у нас есть вот эта вот часть, которую мы так мило оставили, и это другие, назовем ее так. Здесь у нас могут быть обычные люди, могут быть низкие великаны, высокие карлики, просто другие люди. Соответственно, карлики и великаны – антонимы, никогда у нас не пересекаются. Но также существует группа, которая не относится ни к одной из вышеупомянутых. Вот. И, соответственно, на кругах Эйлера у нас круг Эйлера разделяется на три сегмента, один из которых соответствует понятию А, второй – понятию Б, и третий – всем остальным возможным понятиям. Вот как я вам уже пыталась приводить примеры. И противоречие, третий рисунок, или дикторность. В данном случае оба понятия представляют собой виды одного и того же рода, как и в предыдущем примере, но одно из понятий указывает на определенные качества, в то время как другое их отрицает. Соответственно, однако, в отличие от отношения противоположности, второе противоположное понятие не заменяет отрицаемые свойства другими альтернативными. То есть, например, вот это у нас А, и это, допустим, сложная задача. А это не А, то есть не сложная задача. То есть, по сути, все, что сложная задача, относится к множеству А, все, что не сложная задача, это множество не А. Вот. Выражая объем понятий подобного рода, мы делим круг Эйлера на две части. Третьего промежуточного звена в данном случае для нас с вами не существует, потому что у нас есть либо сложное, либо несложное. Соответственно, таким образом у нас понятия также являются антонимами. При этом одно из них, А, становится положительным, то есть утверждающее, что у нас какой-либо признак есть, а второе, множество Б или множество не А, отрицательным, отрицающим соответствующий признак. Например, у нас белая бумага и не белая бумага. Все, что белая бумага, это все белая бумага, а то, что не белая бумага, это там эко-бумага, цветная бумага, это все не белая бумага. Потому что мы не выделяем еще какой-нибудь признак. Если бы мы, например, выделили белую бумагу и цветную бумагу, то мы бы использовали второй круг, на котором противоположность есть белая, есть цветная, и есть другая бумага, например, эко, которая желтого цвета. Вот. И, соответственно, например, отечественная история и зарубежная история. Все, что не отечественная история, у нас относится к зарубежной истории. Вот. И, соответственно, таким образом отношение объемов понятий по отношению друг к другу является ключевой характеристикой, определяющей круги Эйлера. Вот. С теорией вам все понятно? Да. Супер, какие вы молодцы. Давайте тогда посмотрим на круги Эйлера и попробуем порешать задачи.
соответственно, первая задача. Опрос учащихся консерваторий показал, что 55 из них любят музыку Бетховена, 34 Бетховена и Чайковского, и 17 не любят музыку ни Бетховена, ни Чайковского. Сколько процентов учащихся любят музыку Чайковского? Давайте начнем решать. Соответственно, задачка решается на кругах Эйлера достаточно просто и понятно. Сейчас давайте введем какие-то обозначения. Например, вот это у нас Бетховен. Бетховен. Это у нас, допустим, Чайковский. Так. Это у нас, соответственно, Б и Ч. Я сокращу, потому что мест мало. Здесь, соответственно, вот наш прямоугольник, вот, это у нас, по сути, все возможные исходы. То есть в нашем прямоугольнике сейчас заключены наши круги Эйлера, и все, что в наши круги Эйлера с вами не входит. То есть вот эта вот область за кругами, я извиняюсь, я не особо ровно рисую, иногда влезаю за границы, но вот эта вот область, которую я отметила темно-фиолетовым, она у нас с вами составляет 17%, то есть то, что не входит в круги. Вот. Соответственно, давайте дальше отмечать, что мы уже с вами знаем, что 55 любят Бетховена. Так, 55. 34 и Бетховена, и Чайковского. И 17 не любят музыку ни Бетховена, ни Чайковского. Соответственно, что мы можем с вами сделать? Первое. Мы с вами знаем, что ученики консерватории — это 100%. Мы знаем, что музыку одного из или сразу двух упомянутых композиторов у нас любит какое-то количество процентов людей. Вот, таким образом мы с вами можем написать, узнать, сколько всего людей любит музыку того или иного композитора, одного, другого или обоих сразу композиторов. Мы из 100 вычитаем 17, и получаем 83% учеников, в принципе, любят музыку. Теперь мы с вами знаем, что 83% учеников, но это ученики, которые любят и Бетховена, и Чайковского, и их обоих сразу музыку. Поэтому что мы с вами сделаем? Нам надо, по сути, вычленить ту часть, которая любит музыку по композиторам, исключая их совместно, исключая любовь к музыке сразу двух. То есть мы знаем, что у нас с вами 55% любят Бетховена, плюс X процентов любят Чайковского, и мы, чтобы избежать дубляжа, вычитаем 34%, которые любят и того, и другого сразу, потому что их можно, по идее, отнести к одной из двух групп, либо Чайковский, либо Бетховен. Вот. Понятно вот эта мысль? Да. Да, и там же 53 будет равно. Да, вы абсолютно правы. Соответственно, нам надо сейчас решить с вами это сложное уравнение. 55 минус 34, 51, 21 плюс x, 83 минус 21, 82, 62. Соответственно, 62% равно x процентов. Вот, ищем ответ. Ура, мы с вами гении. Мы решили задачу правильно. Вот. Главное в таких задачах не забывать о том, что люди, которые любят и то, и другое, могут нами спокойно относиться либо в эту категорию, либо вот в эту категорию. И нам главное в таких задачах с вами избежать
ненужного для нас повтора условия. То есть не надо считать одного человека дважды. Вот. Соответственно, дальше посмотрим на вот такую задачку. Это, кстати, задачки из вариантов математического теста, но они, правда, старенькие, 2007-2011. Вот. Но каждый год плюс-минус что-то такое у нас с вами встречается на вступительных тестах ВЭМШ. Вот, если здесь есть те, кто поступали в ВЭМШ, они вам, возможно, расскажут, что у них что-то подобное было. Давайте здесь посмотрим, что в корзине лежат 30 грибов, рыжиков и грузди. Известно, что среди любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 грибов хотя бы один груз. Сколько рыжиков, сколько груздей у нас в корзине? Что мы с вами делаем? Смотрим, что среди любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик. Мы здесь, по сути, с вами должны думать о самом наихудшем варианте, что у нас есть корзина, из которой мы по очереди вслепую вытаскиваем по грибу. И, соответственно, самый худший вариант, когда у нас с вами мы вытаскиваем грибы, и это все грузди. Вот нам прям с вами не везет, и мы вытаскиваем все грузди, и вот 12-м должен быть рыжик, потому что там больше ничего, кроме него не осталось, кроме них не осталось. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что первое 12 минус 1, это у нас 11, и это у нас грусть. Сейчас имеется хотя бы один рыжик, значит, да, это грузди. Мысль про то, что мы вытаскиваем все до конца, понятно? В целом, да. Но и там 19. Да, и там 19, мы это можем сделать, отняв из 30 11, либо опять подумать о том, что у нас с вами опять какая-то непонятная штука происходит с теорией вероятности, что нам с вами гипер не везет, что мы с вами вот вытаскиваем 19 грибов, и все из них рыжики. Вот нам прям с вами не везет. Мы тащим, раз, два, три, четыре, и доходим до того момента, когда у нас исчерпались рыжики в корзине, и должны остаться только грузди, и тогда 20-й станет груздем. Получается, что вторым действием у нас 20 минус 1 равно 19 рыжиков. Вот, я в этом году читала лекцию по математике для 8 классов на курсе ВЭМШ, и, соответственно, там у ребят прям были вопросы, почему мы так себя ведем, у нас же по теории вероятности точно должен был выпасть один из этих грибов раньше, в этих задачах так не работает, к сожалению. Не работает. Мы в этих задачах должны рассматривать самый худший исход, когда вот мы с вами все, что угодно делаем, мы с вами прям вот, у нас какой-то супер день невезения, и мы с вами вот хотим вытащить рыжик, а попадаются только грузди. Но когда-то же грузди должны закончиться, поэтому нам дается то, что среди 20 грибов есть хотя бы один грусть. То есть если в самом худшем мы вытащили уже все рыжики, то грусть должен появиться у нас в 20-м. Вот. Это, соответственно, самая основная мысль такой у нас с вами логической задачи. Вот. Давайте теперь посмотрим на куб бильярда. Метод математического бильярда у нас используется в задачах. Вы наверняка такое встречали, что там у вас там, допустим, есть какие-то чаны с водой, какие-то бутылки и банки с водой, вы должны там переливанием получить объем, который у нас не соответствует ни той, ни другой баночке-бутылочке. Вот, наверняка вы такое встречали. Или там различными взвешиваниями найти монетку, вот все такое. Соответственно, сейчас, секунду, ноль.
Сейчас я вам нарисую. Соответственно, в чем принцип бильярда? Это в том, что под каким углом вы у нас отправляете шар в бортик, под таким углом он к вам и возвращается. Вот. Соответственно, мы с вами рисуем такой импровизированный бильярд. Я его рисую уже, зная условия задач, которые мы с вами еще будем решать. Ой, блин, тут неплохо вышло. Сейчас, секунду. Вот. Вышло как вышло. Главное то, что у нас сейчас будет получаться. У нас с вами есть задача, что у нас условия. У нас есть баночки 3 литра и 5 литров. Соответственно, получить нам с вами надо будет жидкость объемами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 литров. Наливать всякие штуки там на глаз половинку мы не будем. Мы с вами должны из того, что мы имеем, у нас краник с водой, в котором бесконечное количество жидкости. И у нас с вами раковина, в которую мы эту жидкость, если что, можем выливать. Вот, соответственно, на бильярде мы нарисовали разметку, соответствующую тому, что по ширине параллелограмма мы будем отмечать манипуляции с баночкой в 3 литра воды, то есть там может быть 0, 1, 2 и 3 литра, а по длине мы будем отмечать манипуляции с 5-литровой баночкой. Здесь продублируем. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Соответственно, давайте сейчас уже посмотрим, что мы с вами сразу, сходу, даже не пытаясь играть в бильярд, можем с вами сказать, что мы с вами точно можем получить 3, 5 и 8 литров. Соответственно, налив в банку 3 литра 3 литра, налив в банку 5 литров 5 литров и налив в эти обе баночки 8 литров. Вот. Соответственно, по математическому бильярду мы с вами сейчас должны будем ходить по нашей с вами сеточке, ходить по сеточке, и обязательное условие – это то, что мы с вами должны проходить все до конца. Давайте начнем. Вот у нас, например, точка 0, и мы наливаем все в баночку 3 литра. И вот мы продвигались по этой диагонали. Дальше мы можем, например, перелить все в баночку 5 литров. И тогда у нас по оси 3-литровой баночки будет 0, а по оси 5-литровой баночки будет 3. Допустим, мы с вами решим наполнить баночку еще раз 3 литра. И вот мы уже в той точке, где у нас 3 литра в 5-литровой баночке и 3 литра в 3-литровой баночке. И если вы заметите, то сейчас мы, допустим, достигли точки, когда у нас 6 литров мы уже с вами собрали. Да? Все согласны? Ну да. Да, потому что у нас 3 литра в 5-литровой баночке, 3 литра в 3-литровой. 6 литров мы с вами уже собрали. Сейчас, допустим, мы с вами спустимся вот сюда. Мы с вами можем ходить только по тем ребрам, которые у нас с вами есть. Получается, что у нас опять 6 литров, где 1 литр в баночке 3 литра и 5 литров в 5-литровой банке. Допустим, мы решим с вами опустошить всю 5-литровую баночку. И рука дрожит, извините. И вот мы с вами
попали в точку 0,1 и добились с вами 1 литра. Если мы сейчас с вами можем перелить этот 1 литр вот сюда и набрать полную 3-литровую банку и получить 4 литра, потому что в 3-литровой баночке у нас с вами будет 3 литра, а в 5-литровой баночке 1 литр. Вот. Соответственно, потом мы с вами можем перейти, допустим, в эту точку, где у нас будет 4 литра только в 5-литровой банке. Перейти, допустим, вот в эту точку, получить 4 литра в 5-литровой баночке, 3 литра в 3-литровой, получить 7. И, допустим, мы с вами можем перейти вот в эту точку, где у нас будет 2 литра в 3-литровой и 5 литров в 5-литровой. Соответственно, для чистоты результата можем вылить все из 5-литровой баночки. Так. И оказаться в точке вот этой, где мы с вами добыли чистые 2 литра в 3-литровой банке. Вот. Такое понятно? Да. Супер. Ну, соответственно, основная мысль, то, что мы с вами, когда выходим на диагональ, мы должны идти только по ней, и обязательно важно, что мы должны идти до конца. Сколько бы раз мы с вами не ходили по вот этим вот нарисованным линиям, мы с вами в какой-нибудь раз обязательно, очень-очень вероятно, доберемся до той точки, которая нам нужна. Вот, как бы казалось бы, изначально, что вот у нас в баночке только 3-5 литров, и, о мой бог, как же мы можем получить все вот эти вот объемы от 1 до 8 литров возможных. Оказывается, мы с вами можем их все получить. И, соответственно, вот такой прикольный метод работает в задачках на там, взвешивание, когда у вас там две монетки, неизвестно какого они веса, всякие гирьки, вам надо что-то отвесить, переливание. Вот, на все вот такие вот задачки. И сейчас давайте, допустим, мы с вами можем посмотреть еще одну задачку на круги Эйлера, вот, и тогда устроить себе, возможно, какой-нибудь большой перерыв, потому что тема достаточно приятная, достаточно простая, и, соответственно, потом вы будете только решать задачки, и, если надо, мы с вами на семинаре по требованию что-то разберем. Опрос корреспондентов газеты «Открывашка» показал, что 95 школьников МШ. Давайте мы сейчас выпишем условия всего. 95 школьников МШ изучают английский язык. Ой, так, сейчас. МШ изучают английский язык. Угу. Плохо прочитали. Значит, у нас английский 95 школьников. 40 изучают другой язык. Другой 40. 35 2 иньяза 35. Соответственно, всего в МШ 101 школьник. И сколько в МШ лентяев, которые не изучают ни один иностранный язык. Мы с вами, в принципе, можем даже не рисовать круги Эйлера, а подумать логически, найти ответ, что если у нас английский изучает 95, другой иньяз изучает 40 человек, то есть всего иностранные языки у нас изучает 95 плюс 40, 135, вычитаем из них те, которые у нас в пересечении, минус 35, получаем, что 100 человек изучают изучают иностранный язык любой, или даже 2, а один человек не изучает ни одного. Вот. Ну, это мы просто в голове сейчас с вами посчитали. Можно рисовать круги Эйлера.
Допустим, это у нас Анна, это у нас другой, здесь у нас 95, 30, 35 и 40. Ну, соответственно, здесь мы можем, например, из 95 отнять 40, получить 55. То есть это те, кто... Это у нас, получается, те люди, которые изучают, например, только английский, без второго иностранного языка. И получаем... Так, нет, не то отняли. Секунду. Мы должны отнять 35 и получаем 60 человек, которые изучают у нас только английский язык. Соответственно, к 60, которым изучают только английский, прибавляем тех, которые изучают другой иностранный язык. 60 плюс 40. Причем в подмножестве другого иностранного языка также присутствуют те, кто изучают оба иностранных языка. И получаем, что 100 человек изучают иностранный язык. На третьем действии 101 минус 100 равно 1 лентяй. Вот. Все понятно? Да. Отлично. Тогда давайте я еще проверю, сколько мы делаем перерывы. Так, перерыв у нас с вами по полчаса. Вот, не знаю, тут смотрите, как вы хотите. Хотите, можем начать пораньше. Если хотите, можем начать в 12 вместе со всеми. Вот. Пораньше, наверное. Да, то есть тогда, получается, я вам в 11:30 пришлю семинар, и, если что, буду готова принимать. Давайте тогда для того, чтобы всем было комфортно, есть те ребята, которые хотят пораньше, есть те, которые хотят попозже, давайте я начну семинар в 11:30, скину задачи, но буду с вами до 13:30, чтобы все точно смогли успеть мне все скинуть, что хотите, и даже после этого я буду готова принимать у вас задачки сегодня весь день. Вот, соответственно, в Zoom я буду до 13:30 с 11:30 2 часа. Вот, если будут какие-то вопросы по задачам, будем с вами вместе разбираться. Вот. Хорошо, спасибо. Хорошо? Вот, отлично, супер. Тогда давайте сделаем перерыв на полчаса и потом вернемся.